Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено фанатам хоккейного «Спартака», в общем-то, и фанатам пиццы. Значит, что хотелось бы сказать. В этом году «Доминос Пицца» является спонсором хоккейной команды «Спартак Москва». И в случае победы «Спартака» в течение суток на сайте ХК «Спартак Москва» ВКонтакте опубликовывается код, который дает право 50% скидки на весь заказ в течение суток после победы. Вот это очень важно. В течение суток после победы. Вот «Спартак» одержал очередную победу. Он вчера обыграл «Торпедо» Нижний Новгород со счетом 3-0. Неожиданно, надо сказать, но молодцы спартаковцы. Вот, победили. А сегодня, то есть спустя примерно сутки, чуть меньше, мы заказали по коду две вот такие большие пиццы. Значит, открываю, вам показываю. Это три мяса, 33 сантиметров, это самая большая, с классическим тестом. Вот она как выглядит. Но думаю, будет вкусно. И вторая пицца. Это 4 сыра. Наш любимый. Мы уже пробовали. Вот. Тоже 33 сантиметра. Большая. Но тонкое тесто. Здесь тонкое тесто. Здесь считается как бы толстое. Вот. Сумма заказа 780 рублей. За две большие пиццы. Но это с учетом 50% скидки. Так бы было 1559, по-моему. В общем, что, очень рады. Пользуйтесь такой акцией, даже если вы и не болеете за «Спартак». Но лучше и болеть за «Спартак», и пиццу есть дешевле. Ну, всем приятного аппетита. Еще раз, болейте за «Спартак». Заказывайте пиццу в «Доминос Пицца». Спасибо компании «Доминос Пицца». Всего доброго. Всем удачи.